Давненько я двери не открывал, ребята, но Алистер Кроули 17 уровня должен продолжить свой победоносный путь, свое победоносное шествие. Окей. Вскрыть двери, и сейчас нужно будет вспомнить, чем мы занимались. Я серию последнюю не пересматривал, все во тьме. Это так. Сейчас я быстро попытаюсь вспомнить. Мы 17 левел, сила Декса, витая энергия я раскидал. Вроде бы, да. Здесь у нас Т. На 18 мы кровавого голема хотим брать. Это я вроде бы помню, да? Какой уровень? 18. Хорошо. Про запас у нас ничего нету. Сейчас надо будет очень аккуратно играть и медленно. Это курса, это поднять скелетов, это вот так, это поднять голема. F5 у нас портал. Хорошо, еще какие-то навыки есть. Iron Maiden курса, которая 200% дамага возвращает. Ну и все, то я думаю, да. А по квестам Хордрический посох до сих пор и Серпент Альтарь, чтобы эту тьму убрать. В инвентаре посох королей и лук я вставил, потому что нетерплячка была, вставил руны в лук. Хорошо, у нас хороший урон, в принципе. Да. Сейчас мы пойдем и проверим вещи, во-первых. По бутылкам у нас вообще все отлично. Так, и, ну да, надо закончить Диаблу. Ну как закончить, ей хочется пройти на самом деле, правда, Декарт Кай? Но посмотрим. Фара, во-первых, все починить, во-вторых, посмотреть, что у тебя в принципе есть. У нас 2 сокетами шлем на хороший предмет, я хочу, чтобы он еще дальше был. Здесь у нас очень крутой предмет нам выпал, завдяки этому шлему, да, перчатки тоже отличные. А так спит, это все такое... Поясок, нам надо что-то менять. Тут латинг резисты. А по резистам тоже вроде бы все было неплохо. 4 к жизни, 5 к мане. На второй уровень слабенький амулет. Амулет надо бы заменить. Хорошо, фара. Стрелы у нас есть. Можем стрелять. Ты продашь, кстати, может немного. Давай возьмем. И надо купить и идентификацию. А здесь у нас... Это я на будущее взял броню. Здесь у нас есть... Еще одна руна, 50 катак радиусу, 1 клайт радиусу. Ну такое, катак рейтингу. 15 к защите, 1 клайт этому, это такое, все такое. Ладно, посох королей пока что полежит в ящике. Бутылки есть. Свитки надо купить будет у Дрогана. И отправиться. Дроган, давай сюда пару свиточков мне идентификации. Но только надо строго аккуратно играть, чтобы сейчас на первом же мобе не слиться. Где-то месяц я не сидел в Диаблу, не катал ребята. Вот. В Lost City, а нам надо найти серпента, то есть змеи. У нас скоро прямо уровень. Впереди вижу уже переход. Хорошо, и надо пару скелетон, это понятно все. Вот уже вижу противников. Главное, чтобы не босс. Стреляю, поднимаю первого скелета мага, стреляю. Поднимаю второго скелета мага, стреляю, поднимаю третьего скелета мага. Так, Вася, Петя, Наташа, Бонифаций, Константин и Гарри Поттер. Вася, Петю, Наташу поднять. Потому что коты набегают. Голем жив, хорошо. И курсу бросаем, все понятно. Все припомнил вроде бы. Не допустить тут нападения. 28 голды, подобрать. Что здесь? Здесь вход какой-то вниз. А, это просто статуя. Занять статую. Свита бегает, и мы готовы продвигаться. Так, нам нужно найти серпента. Серпента, хорошо. Это герой, кстати. Light Force. Надо отступить, бросить курсу, во-первых, туда. Уже убили Васю и Петю. Поднимаю. Еще курсу. Голем сражается. Пробили нас, получили уровень. Мы всех скелетов магов убили. Голема поднимаю, скелетов магов поднимаю. Всех и обычных скелетов поднимаю. Но мы их всех разобрали. Точнее, миньоны мои всех разобрали. Потому что здесь только бердич и палец. Ну, палец это такое. Так, что вкачивать? Атаку или хп? Или ману? Ману не надо. Сила нужна была нам для нового предмета. У нас сейчас, в принципе, неплохой предмет. Но защита 42, а в том поболее. Там поболее палка такая себе.
Я дексу вкачу, и это даст и защиту нам немножко побольше, и атак рейтинг повысится. Берем кровавого голема и смотрим, что он собой в принципе являет. Кровавый голем конвертирует 86% дамага в жизнь. То есть он... Ага, голем может быть только один, видите? Но кровавый голем более стильно выглядит. На самом деле куски мяса какие-то ходят здесь. Хорошо, значит, тебя мы биндим на F4. Получается так. Да, да. Здесь закрыть, F1. И победоносное шествие продолжается. Надо найти спуск. Спуск и долину серпента, долину вот этого змея. Большая урна, маленькая урна. Это все ерундистика. Все ерундистика. Дохлые трупы бывших героев, которые не смогли затащить. Но они не смогли затащить, потому что не было такой свиты. Вот здесь что, смотрите, Ancient Tunnels какие-то здесь. Это, ну, дополнительный квест, судя по всему. Может быть, что-то крутое выпасть. Можно пробежаться, ребята, чтобы я немного вспомнил, как и что, в принципе, что к чему. Мертвая какая-то корова или ящер. О, скелеты маги. Может быть, опасно. Но наши их хорошо разбирают. Только надо следить за нашими скелетами, чтобы их не поубивали. Надо открывать все чисты. Так, много скелетов, я сильно врываюсь, надо с шифтом играть. Васю, Петю, Наташу убивают, у меня была идея там перекачиваться. Но я не знаю, вот стоит ли или нет. Хорошо, сделаем сайд-квест. Почему бы нет? Алистер Кроули не против. Курсу бросил, стреляю. Угу, идет прострел. Здесь еще двое. Застрелить их, потому что только наши скелеты рулят. Их не скелеты не рулят. Здесь может какой-то полубосс будет. Урны все разбить. Из урны выпадают тоже предметы и камни. Хотелось бы камней побольше, потому что когда будем менять броню, то может такую крутую не найдем, как сейчас у нас. Может нам и не выпадет. Так, вот тут огонь кто-то посмел зажечь. Не допусти. Вот, поврежденный уже выпадает нам черепок. Это хорошо. Здесь конец карты. Судя по всему, такой себе данж. Наша свита должна всех разбирать. Кстати, Кандри, у тебя там шо? У тебя тоже великолепные вещи, как я посмотрю. Хм. Запас хороший я сделал тебе. Ой-ой-ой, влетел на нас зомбарь. Ничего страшного. Всех уничтожим. Только надо не спешить, надо разыграться. Я хочу, ребята, как? Я хочу доиграть Алистера и... большую паузу опять-таки сделать в Диабле, но я не хочу его просто так слить, я хочу пройти второй акт, вот, так что мы будем пытаться трайхардить здесь и аккуратно не спеша играть, а может и третий, четвертый, ну в общем до его смерти, конечно, будем играть, но я буду пытаться очень аккуратно играть, вот, потому что двух персонажей мы уже потеряли. Причем двух хороших персонажей. После Алистера идет варвар, там, кажись, после некроманта. Но мне кажется, что за некроманта должны затащить, потому что такая халява, вообще ничего делать не надо. Только главное не влетать никуда и shift прожимать, чтобы Алистер... Главное не нажать shift 4 раза, потому что винду выкинет. Там пятикратное нажатие шифта. Тут герой, кстати, очень злой. Манаберн делает. Не допустить этого. Миньоны, уничтожьте его. Голема пробивают все равно, несмотря на то, что он кровавый. Эмеральд выпадает, мы стреляем. Вася, Петю и Наташу опять приходится поднимать, потому что они... Ну, Вася, Петя и Наташа нужны. Они... Это мясо просто. Нам нужно мясо. Мясо, мне нужно его мясо. Это цитата из фильма ужасов. Я не помню, как он назывался. Я влетел не туда, куда следовало. Застрелить инвейдеров. Инвейдер, еще такое название смешное. Как-то захватчик, если грубо переводить. Скелеты маги, у нас резисты попрошу. Не надо пугать, мы пуганые. Еще один скелет маг. Одну бутылку я выпью. Говорю, выпью бутылку. Здесь еще скелет маг. О, и здесь чест. Ну хорошо. Арба выпадает, талоны какие-то. Сейчас посмотрим это все. Нам не лезет, кстати. Ну такой себе данж. Может есть еще второй этаж. Давайте посмотрим, что в инвентаре. В инвентаре много всего. Стрелы можно заменить, эти выкинуть. Палку можно выкинуть. Бутылки можно повыкидывать или повыпивать. На самом деле нам столько не нужно.
Вот, только пару штук оставить. Джевел надо опознать. Джевелы 25 экстра голды от монстров. Не такой уж и хороший. Боевой топор. Арба это, по-моему, для... Ага, и вот это для ассасина. Арба для сорки. Беру портал и возвращаюсь. Сейчас нам Декарт Кайн на халяву это все опознает. Так. Декарт Кайн. Идентифицируйте, пожалуйста, вещи. Но эти вещи мы продадим, они нам не подойдут. Топор с Light Inquisition плюс 5. Заберите. 4 к максимальному дамагу для ассасина. Вот это бы для Нефертити нашей бы хорошо зашел предмет. Но она, к сожалению, погибла. 3 к Shiver Armor и 1 к Frozen Armor, 10 к жизни, 5 к мана после каждого убийства. Специальные ванды, которые есть у некроманта, наверное, будем через лук играть, пробовать. Тем более, я его хорошенько загрейдил. Вот, эту палку тоже можно продать. Через лук будем играть. Нам нужно возвращаться в телепорт, который общий, потому что это мы просто нашли не то, что нужно. В Лос-Сити. Нам надо найти, господи, Фаразис, Клав Вайпер, Хедписес у нас. А они должны идти после как раз Лос-Сити. В Лос-Сити, да, Фаразис, а потом уже во дворец нужно будет. Тогда проходим там, где мы не были, в принципе. Коты нападают, ночные уже, ночной тигр называется. Еще джевел падает, отлично, как хороши вот эти предметы. На вещи. Кстати, на открытых пространствах сейчас будет опасно, потому что в этой темноте можно влететь очень хорошо. Я пытаюсь бросать курсу, поднимать опять Наташу, потому что умирают скелеты наши. Рингмейл обычный не нужен. Во. Я думаю, этих вещей вообще должно хватить на акт, которые у нас сейчас одеты. И каньонная местность, поэтому пытаюсь найти или подъем с переворотом, или лестницу. Да, здесь стреляю. Хорошо, суматоха большая. Надо еще курсу бросить молодым людям. Я слышал, там, по-моему, выпало что-то полезное нам. Да? Это не, это Mail. Morningstar, Mana Potion. Такое. Люцифер Morningstar. Неплохой сериал, но попсовый достаточно. Про Люцифера. Вижу подъем. Отлично. То, что нужно, судя по всему. Занять возвышение. Тут на нас нападают коты. Где моя свита, когда она так нужна? Всех застрелить и зарубить топорами. Вперед, вперед. Мы перешли на следующий виток. Локация. О, здесь эти мелкие. Том Чипер, да? Скелеты маги здесь еще. Просто в упор застрелить его. А это наш, господи. Хорошо, надо сражаться. Поднять еще Васю Петю, потому что убили скелетов. Мы никого еще не убили, не можем поднимать. Так, вот теперь можем. Раз, два, поднял. Но в этот раз развлекайтесь, это не то, что нужно. Алтарь опыта, это то, что нужно. Всех теперь уничтожать нужно, чтобы быстрее уровень рос. На вещи наплевать. Что здесь? Это какие-то дома. И вот как назло, сейчас противников не будет, да? Вот сейчас бы на героя нарваться было бы хорошо. Всех уничтожайте, бутылку пью. Этих вот так. Переход нашел переход, ура. Долина змей, отлично, то, что нужно. Скелета мага одного надо поднять. И нашел я вроде бы, да, темпл, отлично, то, что нужно. Там нужно будет держать ухо востро, говорит Кандры, потому что здесь же эти змеи, всех уничтожить змей. Поднять скелета мага, поднять двоих скелетов. Не-не-не, вот так, раз, два, выпить ману. И сражаться. И сражаться со змеями. Вылетать нельзя. Так. Всех уничтожаю. По всем стреляю. Надо поднимать опять скелетов. Скелеты дохнут, дай боже, ребята. Я не тех поднимаю, кого надо. Вот этих нужно. Быстрей, быстрей, быстрей. Навскидочку посмотреть, ничего такого не выпало. Тут ловушки могут быть. Это такое все. Здесь можно пройти. Здесь, кстати, вот эти... Гардиан уже называется, да? Какой-то очередной тир. Холлоу вот этого ван. Холлоу ван. Это не герой, нет, это обычный. Выпиваю ману. Маны у нас, кстати, мало. Раз на то пошло. Скелеты маги есть. Поднять обычных. Надо запомнить бинды. Пройти вперед. Здесь выпили из колодца и все. Здесь, а здесь можно пройти вот так. Хорошо.
Нам нужно алтарь найти. Здесь змеи нападают. Змеи могут станить. Это тут надо аккуратно себя ощущать. Пол уровня почти набили. Треть. Ну, здесь колодец и золото, такое все. Золото мертвецу не нужно, потому что мы играем, напоминаю, на хардкоре. Если вы только что присоединились, смотрите прошлые серии, в которых уже двое персонажей погибло. Да, но было очень весело. Здесь кто еще? Еще зомби. И змеи нападают сзади. Тыловая атака, пресечь ее. Убивают всех скелетов мне просто. Поднять их нужно быстро. Да. Золото выпадает. И, ну, такое все. И ловушка сработала. Кто-то ее втанковал. Наверное, кто-то из наших. Тут большая толпа. Пройти вражеских скелетов. Всех уничтожить. Застрелить из лука. Мы урон хороший наносим. Мы за две стрелы уничтожаем одного скелета. Все живы, один погиб. Вот здесь холлоу, надо его фокусить. Еще ауру дать по нему. Где Бонифаций? Бонифаций сражается где-то в тылах. Да? Выпить банку, выстрелить, холлоу надо стрелять, гардиан он называется. Я бросаю ауру, я закончилась мана, странно. Сейчас мы ее возобновим, что здесь у нас? Болты, и шрайн у нас закончился, алтарь, действие алтаря. Хорошо, можно выпить хп. Соки там и на, ну, такое себе. Джевел и так некуда вставлять, один гардиан остался, страж. Хорошо, заходим. Это не алтарь, нет. Здесь какие-то были дома. О, тут я опасно влетел, ребята. Тут нужно занимать вот эту позицию. И отстреливать проклятую нежить. Потому что только наша нежить крутая. И имеет право на жизнь, хоть и короткую достаточно. Бросил. Так, здесь стреляю. Нас травят. У нас резисты, кстати. Какая кнопка? Кнопка А. Плохие резисты к Poison, на самом деле. Ну что поделаешь, гардина завалили здесь. Крысиные гнезда уже, и все, ничего такого нету. Не в ту сторону, очевидно, пошел. Хорошо, хил поушены поподбираю. Еще раз смотрим резисты. Poison 8, это мало. Вот к лайтингу хорошие резисты. А к колду вообще 0. То есть, если нас заморозит, есть бутылка. Есть антидот только. А, есть белая, это стамина поушен. Нам надо желтую бутылку купить, потому что если нас заморозят, могут убить. 4 к минимальному дамагу, неплохо. Джевел такой, но это 3 уровня, так себе предмет на самом деле. Свита моя. Давайте поднять еще одного скелета и бежим вперед. Скелета этого голема надо переназвать, потому что Бонифаций это был же наш... Клей голем глиняный, да, а вот этот кровавый, не знаю, назовем его Кхорн, наверное. Кстати, Вархаммер начал записывать, не знаю, когда буду выкладывать. Хочу сначала закончить Диаблу, Baldur's Gate, и шутеры идут как бы параллельно. Ваха, ну, как запишу, кучу серий тогда выложу, вот. Будет весело, там, Джевел выпадает, вот. Вархаммер необычный, не буду спойлерить вам, будет интереснее, да. Так что Кхорн у нас, это будет новый голем. Еще аметисты выпадают, отлично, очень много всего выпадает. Нам надо подбирать на самом деле предметы и вот эти все камни, потому что их можно будет потом в более крутые переделать. Стреляю из лука, бросаю ауру. Так. Еще была идея попробовать в мага его переделать. Не хочу я на самом деле. Будет такой у нас самонер на самом деле халявский, потому что проще играть. Выпить ману одну. Кандри получает уровень. Да, здесь много зомбей. Сражаемся. Нас травят, но мы идем вперед. Строго вперед. Хил поушен, ну это такое все. Тут еще один колодец, можно выпить. И продвигаемся вперед по подземелью. Опять куча нежити, кто-то пробил сильно, кто посмел. Очень много противников, ребята, надо отступить и поднимать скелетов. Кровавый голем действительно себя получше чувствует. Вот, я, наверное, буду вкатывать еще голем мастере, эту билку. Можно избавиться, перекачаться от обычных скелетов вообще, в принципе, и чисто в голема войти. Пойти. Так, гардиана уничтожить.
убивают нам, потому что, видите, скелетов постоянно приходится их переподнимать. Я об этом думаю. Heal Potion. Это все такое. Еще Джевел выпал. 3 килла к ловкости. Ну такое на самом деле. Такое. Продолжаем чистить данж. Вот эмеральд выпадает, хорошо. Второй уровень нашли, переход. Отлично. Вообще можно в развалочку идти некромантом. Не спешить. А, здесь уже как раз замес самый начинается. Хорошо. Обойти сбоку. Ой, зря я это сделал, потому что сагрил кучу на себя змей. Здесь-то мы разобрались, здесь мы не разобрались еще. Может быть опасно. Фэнг скин. Какой-то очень с тяжелой кожей. У нас резисты есть, я стреляю тоже. Бросаю курсу, сюда курсу. Всех скелетов поубивали. Голема вызываю обратно. Скелетов магов пытаюсь поднять. Ману пью. Я говорю, ману пью. По скелетам обычных нужно еще. Телефоны звонят. Очень не вовремя. На самом деле. Что-то крутое выпало. Так, телефоны сейчас должны взять. Не это. Амулет выпал. Автоответчик, господи. Ну вот это не вовремя. Какие-то крутые вещи повыпадали. Лут собирать потом. Сначала нужно оперативную задачу выполнить. Во. Всех уничтожить. Мы очень синхронно вместе со скелетами стреляем. Я так заметил. Так, здесь, ну это золото, это все такое. Вроде бы всех завалили. Это, ух, ничего себе, крутейший щит, но это для паладинов. Эту я выкину тогда. Рингмейл, давай посмотрим. Рингмейл. Латинг резисты 13. И показатели меньше. Но она не сравнится просто с нашей. Просто с нашей не сравнится. Здесь у тебя к мане, фаер резисты, фаер дамаг. Магический дамаг уменьшен, Poison Land уменьшена, Hit Recovery получше. И 43, а здесь 48, ну, это такой предмет себе. Так, паладинский, Gale Shield, Рандач. 5% шанс кастануть третий уровень Фростнова, 15% блок рейтинг, неплохо. 10% шанс заблокировать, Trick Money, все резисты плюс 10, но это вроде бы стандарт. Для таких щитов. И Poison Land. Ну, как защитный щит. Он вроде бы баклером считается. По, он не такой здоровый. Неплохо вполне себе. Что-то еще выпадало. Superior это наше, которое я выкинул. Что-то еще выпадало. Superior можно взять пока что. Здесь амулет выпал. Это скелет противника. Поднять своего за место него. Амулет. Не лезет амулет. Не может этого быть. Выпить бутылку стамины, амулет забрать и незамедлительно опознать. 32 экстра голда и 5 к максимальной стамине. У нас 4 к жизни, 5 к мане. Этот амулет ни о чем. Двуручный меч, все такое, все урны поломать. И вот и алтарь на самом деле, да? Так, уничтожаем алтарь. Амулет вайпера выпадает. И два квеста сразу сделаны. Амулет вайпера не лезет, значит нужно выпить антидот. Амулет вайпера давай сюда. Амулет вайпера дает 10 к жизни, 10 к мане и poison резисты. Очистили мы тут темноту. Вот. Хородрический куб надо восстановить, но пока что не надо это делать, потому что можно амулет на самом деле вайпера одеть, потому что 10 к жизни, 10 к мане и poison резисты, которых у нас мало. И нужно с Таунсфолком в Лутгалене переговорить. Давайте проверим амулет вайпера, насколько он будет хорош. Так, жизнь 162 становится, маны становится 108, poison resistor. Но нам его потом придется снять, этот продавать нельзя. Потому что мы... Вообще на амулеты... О, светло стало. На амулеты нам не сильно везет в этом забеге. Дроган, с тобой надо переговорить. Да, хорошо поработал, уничтожив этих вайперов, этих змеев. Ага. Мы рады опять увидеть солнце. Да, ну и он, мы это читали. Он учил старые записи, пытаясь найти локацию, где находится Талраша, его это могила. Угу. И надо, великий визирь Самонер Харазон построил арканную знаний, ну, эту базу знаний где-то здесь. Вот. Кстати, Самонер, это вроде бы считается, я не помню, говорил или нет, это маг из первой части. Такое все.
Продать предмет и перегруппироваться. Фара. Что, как оно? Фара говорит пока что не очень. Ну, щит забирай, Фара, потому что ты паладин, что тоже у нас великая. Два ключа тоже забери, стрелы мне обнови, наверное. Ох, армор смотреть или нет? Меня сокетами интересует, потому что мне бы пояс какой-то крутой. Потому что здесь восстановление жизни, poison resisted. А, нельзя нам его менять, это единственные poison resisted наши. Тут половина freeze duration тоже нужна. Fight lighting resistance нужны. Чинит одну единицу, да? Сейчас пойдем во дворец, и там будет трудно уже. Сейчас надо очень аккуратно играть, чтобы не слиться. Джевели, 3 декстерити оставить, 4 к этому оставить, 25 золота забери себе. Нам такое не нужно. Так. Зеленый камень пошел. Черепок маленький пошел. Маленький зеленый камень пошел. Фиолетовый камешек пошел. Этот амулет надо обязательно оставить. Эти штуки, наверное, тоже можно как-то джевелы в хардрическом кубе. Надо было оставить и это, джевелов. Ну, не знаю. Не знаю. Бутылки еще можно крафтить. И сила надо 51, чтобы такой мейл одеть. Но... Что у нас здесь вставлено? Тут лайтинг резисты, реген маны. Атакующие. Вот это очень крутая защита. Но нам на 90 надо бы поднять на самом деле. Потому что мы с луком... Щита нету, ребята. Магии тоже нету никакой. Декарт Каин что-то хочет сказать. Я знаю, что да, надо став делать. Угу. Я пока что не буду, Декарт Каин, с вашего позволения, став делать, потому что амулет получше, чем тот, который у меня этот, и мы пока что не будем делать. Джерин. Да-да-да, надо было сразу сказать, что ты там ваших дев в гареме уничтожают. Найти арканы Сэнкчуари. Во дворце. Идем незамедлительно сюда, отправляемся. Все живы наши, все. Так, третий заход во дворец. Где погибла рыжая Соня? Рыжая Соня погибла как раз... Кстати, ребята, где рыжая Соня погибла? Она вроде бы дошла до гарема. Где-то здесь погибла, да? Потому что Нефертити быстрее слилась. Так, ну мы ничего тут нового не придумываем, просто стреляем и ведем бой на средних дальних дистанциях. Во. Главное тут не влететь на такого здорового парня и не отхватить по голове лишний раз. Дюн Бист, чудище Дюн. Господи, умел бы я играть в стратегии, я бы Дюну сделал. Битву за Аракис, а может сделаю, не знаю. Сеговскую. Я Сеговскую проходил, да, ребята, в детстве. Музыка здесь очень крутая, я уже неоднократно об этом говорил. Очень классный саундтрек. Мне нравятся вот эти арабские темы. Причем началось, я раньше не слушал такую этно-музыку. В Battlefield во втором очень крутая тема есть тоже. О, пробил нас. Кто это посмел? Это инвейдер, да, пробил. Ну ничего такого страшного не произошло. Мы выдержали. Да, Heal Potion. Забыл я купить бутылку нужную нам. Надо будет этим заняться. Денег уже скопилось, можно будет погэмблить. Скелетов опять поубивали. Мне хочется уже от скелетов избавиться. То есть оставить магов и голема. Сделать голема поплотнее. Мне кажется, так будет лучше. Только надо запомнить статы тогда. Или все-таки, может, они нам еще помогут. Я вот не знаю. Но поднимают троих скелетов. Их очень быстро убивают. Но скелеты создают суматоху. Вот это неплохо. Скелеты создают суматоху. То есть их, конечно, убивают, но мне не жаль потратить маны. Потому что бутылки я и так не пью. Так, сошли за спину. Этот готов, молодой человек. Здесь в чисте ничего нету. Гарем... опустошен, и девы все похищены или превращены, вот здесь залегали и творили всякие вещи, кальяны там курили, да. Открыть дверь и войти. Второй уровень, да, и в клетки заходим. Хорошо, тут будет уже потруднее, наверное.
Как хочется пройти второй акт и всем демонам навалять и показать, кто тут настоящий повелитель нежити. Опять убили всех скелетов. Две курсы бросаю, поднимаю троих скелетов и стреляю. Это герой, не это обычный инвейдер. Еще надо курсу бросить. Ну, вроде бы нормально справляемся. Пока что вообще трудностей никаких не было. Какой-то опасный скелет, да? И тут еще один. На тебя получи. Убили опять троих скелетов. Поднимаю, мне не трудно. Мне не трудно. Ого, тут нападение. Опасно забежал, потому что могут с двух боков заходить сейчас. Надо бросить побольше курсы туда. И пусть они сами себе урон возвращают. Черные скелеты, хоррор мейдж. Голема пробили сильно. Ну, голем втанковал. Голем себе сам. На второй уровень сразу переходим, да? Так, я пешком пойду. Не маршем, а пойдем аккуратненько. Аккуратненько пойдем. Открыть двери. Вот там кто-то затаился. Смотрите, по свечению можно определить. Скелет. Вася уже открыл дверь и хочет влетать туда. Там герой может быть на самом деле. Я брошу туда курсу. Я туда входить не хочу, например. Это хоррор мэч обычный и инвейдер. Уничтожить их. Всех сегодня уничтожить. Все зло будет покарано. Сапфир, кстати, выпал, надо его подобрать. Скелет Вася, видите, ворвался в дверь и погиб. Не надо быть опрометчивым, молодой человек. Не нужно спешить никуда. Третий уровень. Мы, кстати, мы сами спешим. Большое нападение хоррор-скелетов, которые стреляют лайтингом, но у нас резисты, им наплевать абсолютно. И они скелетов наших не пробивают. Туда курсу можно бросить. Да, и проходим аккуратно. Чудища дюн нам не страшны. Здесь можно проходить вот так как-то по карте, но что-то не особо хорошо все. Миньоны где-то застряли все. Не могу сражаться самостоятельно без миньонов. Уничтожить здесь всех, поднять еще двух скелетов. Скелета мага убили, кстати. Поднял. А, там потому что здоровый этот дядя зашел на нас. Ну ничего страшного. Мана Поушен надо взять и восстановить, да? У нас по бутылкам все очень хорошо. Я вообще их не пью. Здесь можно проходить этим некромантом. Будет очень жалко, если мы его сольем. Так что нужно собраться и просто не спеша всех отстреливать. Курсу раз, два, три. Скелетов убивают. Я могу прямо там скелетов поподнимать. Голема убили. Опасная ситуация. Нова сработала. Голема, говорю, поднять. Голем поднят. Обычные скелеты. Скелеты маги. Выпить бутылку. Выпить бутылку. Поднимаю. Их тут же убивают. Опять убили голема. Господи. Поднимаю голема. Там сейчас он не герой. Нет, там просто большое количество противников. Хорошо, разобрали. Полный шлем беру. Золото, кайт, шилд. Эфирный, к сожалению, 39 защита. Эфирные вещи крутые, но их нельзя чинить. И они, то есть, тоже на время. Они со временем ломаются. Проходим вперед. Так, что здесь? Трупы одни. Не дали поразвлекаться визирем. Но это охрана. Это на второй уровень. Нет, нам не надо на второй уровень. Нам надо в арканную. В зал арканных знаний. Ого, полетело по нам заклинание. Уничтожить там всех. Здорово идет. Здорово называется Бландербор. Демон стан атак. Станущая атака. То есть там, если ударит, то мы пошевелиться не сможем. Уничтожить здесь всех. Белт выпадает. Но белт не то, что нужно в данной ситуации. Поднять троих скелетов. И проходим. Где-то здесь должен быть переход, наверное. У меня ощущение, что карты вот эти статические дворца. Карты. Мы здесь вроде бы были. Или просто похоже. Уровень получил. Хорошо. Серьезный замес. Несколько туда бросаю курс. Проклятие. Хоррор мага пытаюсь застрелить. Уже сам вылетаю. Это недопустимо. Для повелителя мертвых. Поэтому поднять скелетов, пусть они сами сражаются. Уровень можно вкатить. Что вкатить? Что вкатить? Я хочу Виталити вкатить. На 35. И силу надо было вкачивать, да? Силу надо было вкачивать. Почему? Потому что хотели
Так, скелетов магов больше у нас не станет. Это мы взяли, мы тестили. Курсу я качать не хочу. А, у нас лайфтеп появляется. Следующая курса, которая нужен был это. 50% хилит, что-что. Проклинает группу монстров. Ихний дамаг возвращает нам жизнь. Вампиризм, короче. Да? Нам это не надо. Почему? Потому что и так нас не пробивают. Надо вкладываться в голема или бон армор нам нужен. Он будет очень слабенький, 20% дамага, 20 дамага это нас не спасет, надо этот навык вкатывать. Я думал еще сюда пойти, чтобы у нас магия какая-то была, нам тогда надо перекачивать наши статы под магию. В голема может пойти, следующий уровень, ну, он поплотнее станет, ага, он сам себя хилит, или в мастере пойти, что дает? Атакующий бонус, Валкран спит, а скорость ему повышает тоже неплохо. Следующий голем железный. Вообще неубиваемый. Ну давай сюда вкатим. Хорошо. А если мы захотим избавиться... А ну подожди, покажи-ка мне. То есть тут три уровня будет. Один придется взять, чтобы пойти сюда. Вот эти можно не делать тогда. И вот эти вкатывать. И еще один. То есть у нас получается свободных три навыка куда-то вкатить. Я уже не знаю куда. Того же голема, наверное, или в голем мастере. Summon Resist. Это пассивная. Вот это очень крутая штука. Повышает резисты всех наших самонов. И вот это крутое. Revive. Возвращает монстра к жизни. То есть можно будет какого-то очень крутого монстра на нашей стороне заставить сражаться. Да. Наверное. Ух, влетел я. Хорошо. Так. Занять позицию сбоку, с фланга. Наши что-то не хотят идти. Наши все застряли. Самостоятельно уничтожил. Подал пример. Банки заканчиваются. Давайте в город смотаемся, Лутгален. Силу надо вкатывать, чтобы одевать вещи. Декарт Каин говорит, напоминает. Сила надо было 51. Господи, у нас сороковник. До этой штуки очень далеко. Перчи. Это Арктика, это Клигара, Брейс, хорошо. Белт отвратительный выпал, я хотел купить бутылки, во-первых. Да, давай, Фара, все почини мне. Это забери, эту бутылку тоже забери. Синенький камешек сюда. И купим бутылки, на самом деле, у Лиссандера вот эту одну, во-первых, бутылку маны. Одна, чтобы была, и пару бутылок вот этих. Есть 20 тысяч, можно сыгрануть. Я считаю. Что нам нужно? Сейчас надо будет посмотреть. У Элизикса можно, да, поиграть немного. Давайте оценим еще раз. Так, вот так, вот так. Лук у нас отличный. Шлемак, не знаю. Здесь 40 жизней, это очень крутые перчатки. Это уникальные вроде бы. Хит рекавери, минимальный дамаг, 11 enhanced защита, 10 к защите. Пояс с poison резистами, да? Тут лайтинг резисты. В сапоги можно только поиграть. Или амулет надо играть. На амулет надо копить у Лиссандера. Потому что оружие мы точно у него крутое не выбьем. Ну, белт надо попробовать выбить. Лиссандер, давай в принципе посмотрим. Да-да-да, что ты тут у нас? Ну, Лиссандер предлагает сразу же... Предметы для героев низкого потребования, Александр. Это не тот уровень. 3000, ну вряд ли что-то будет. Я, кстати, арбалет хотел такой, чтобы в него вставить. Но вряд ли у тебя тоже что-то выпадет. Мейл можно попробовать. Мы вроде бы тестили, что работает 18% получить хороший предмет. Но не сейчас это сработало. Или копить на амулет. Потому что амулет у него должен быть хороший, но это 63 тысячи, кольцо 50 тысяч. Кошмар просто. Давайте попробуем действительно накопить. Я вроде бы в прошлой серии хотел это сделать, накопить на амулет. Проверить, есть ли порталы, есть. Эти есть. Давай в портал возвращаемся. Нечего тут заниматься ерундой, пора покарать зло. Так, но я так и не нашел проход. Проход где-то здесь должен быть. В центре, очевидно, да? Сразу курсу сюда. В центре прохода нету. Он
В следующей комнате. Я его уже вижу на мини-карте. Какая крутая все-таки игра Диабло. Боже, как атмосферно здесь. Как же Близзарды умеют делать игры. Есть классические у них еще старенькие игры. На Сеге есть Lost Vikings. Очень крутая. Головоломка такая. Я ее проходил в детстве, долго играл, может сделаю. Это герой FireEye, Extra Fast, очень быстрый. Не допустить его. Кхорн, быстро придержать его. Да, портал, сейчас мы сделаем. Мейс выпадает, какая-то легендарная. Кхорн хорош, смотрите. Больше на ним было похож, потому что здесь разложился уже. Это обычные противники. Мы здесь даже могли войти. Там Кхорн пошел разбираться, но запускаю портал. Лонгбол выпадает, свиток портала. Мейса крутая. 29 enhanced damage, 1.4 дамаг, 82 к атак рейтингу, cold resisted плюс 6, 50 дамаг против андедов. Здоровенный лук, 8 к максимальному дамагу, не смешите меня просто. Эту бутылку сюда, чтобы мы могли среагировать быстро и решительно. И сделаю перерыв на 3 минуты, но прожму паузу в записи. Вот так. Отжал паузу, кваса попил, хорошо. И что тут у нас, лонгбол ни о чем. В портал зайти. Так, квест. Найти... Говорит, что это фантастический просто антураж здесь. И хотелось бы, чтобы было побольше времени, чтобы изучить здесь все. Вейтпоинт открой и время найдем. Куда идти, непонятно. Ага, ну и телепорты начнутся сейчас. Тут же нападает спектр на нас, высасывает ману, кстати. И адский клан. Уничтожить рогатых приспешников Диаблы. И поднять скелетов на их место. Вот так вот, это будет плевок просто. Диабле в лицо. На спектра влетел, опасно. Умираю, не могу телепортироваться. Телепортировался. Сейчас мог погибнуть просто. Ну вроде нас вообще никто не пробил. Мы все на этой стороне. Так, стреляю. Стреляю, курсу туда бросаю. Смотрите, какая толпа. Будем подло расстреливать. Хеллклан первый пошел. Второй пошел. Скелеты маги работают. Стреляем по ним. Прожимаю. Все, можно телепортироваться. Джевел выпал из них. Да, и когти. Джевел опознать. 4 к силе. Ну, получше уже попадает. Не надо прыгать в порталы. Порталы. Так, о, здесь уже идут гули-лорды, которые тоже сильно высасывают жизнь и ману. Что они делают? Still life, да, надо держать расстояние. Убивают скелетов сильно нам. Не допустить этого. Герои среди них, вроде бы. Да, Moon by the Dark. Аура какая-то enhanced у него. Поднять скелетов и уничтожить приспешника тьмы. Всех здесь завалить. Слушайте, крутой он очень. Убивает всех скелетов, убивает нам голема. Поднимаю голема, возобновляю. Поднимаю скелета мага и обычных скелетов. Давайте уничтожайте его, потому что это крутой молодой человек. Где он там? Вон он. Смотрите, адский огонь кастует. Угу. Всех клан ада уничтожить здесь. Не допустить. Они, кстати, не телепортируются на нас. А этот телепорт, наверное, сюда приведет. Стамина Шрайн еще. Да, неплохой бой был. Что выпало? Перегружен. Был вооружен бердышем. Эту бутылку... Ну давай сюда, меч соки там и выкини. Вот эта крутая палка мы продадим Фаре. Стамина Шрайн хорошо, можно будет пробежаться. Выпиваю ману, она нам может понадобиться сейчас. Так, Гуль-Лорд, Spirit Life. Огнем стреляют, у нас резисты, молодой человек. Слабо резисты, надо кайтить. Не кайтить, как это называется, ну... Держать ухо востро, короче, пробегаю через огонь. Здесь полная халява для стрелков, потому что главное не мискликнуть по телепорту. Просто берем и стреляем. Наши скелеты маги, Константин особенно хорошо сегодня стреляет, я могу заметить. Надо будет ему дополнительный паёк. Хотя, видите, как хорошо быть некромантом. Не надо даже паёк своей армии выдавать, потому что они мрут, а мы их заново воскрешаем. Вперед всех уничтожить. Гуль-лорд, спектр.
Интересно, на них работает курсант? Ну, должна работать. Стрелы заканчиваются. Мы уже хорошо настреляли здесь. Хелл-клан застрелит рогатых. Жалко их, они так жалобно мычат. В первой Диабле очень они были крутые. Так, можно зайти сюда, тут все проверить. Там еще Хелл-клан застрелить. Не, видите, какой хитрый? Недооцененный. К слову, к играм Blizzard есть еще Black Zorn, такая игра у них. О, алтарь, кстати, опыта очень хорошо. Такой боевик фантастический. Даже, наверное, темная фэнтези можно его назвать. Но и при этом там огнестрельное оружие присутствует. И головоломок много. Blizzard вообще одна из самых контор, которые очень качественные игры делают, этим славятся. Cold Resistor 21 и жизни с Толем. Cold Resistor нужны. Потому, почему? Потому что их у нас ноль вообще. Менять на Fire Resistor, которых 10. А тут Lightning Resistor, которых... Тут Replenish Life, тут 4 аффикса к дамагу. А тут 21 Cold Resistor, простите. Здесь 2 к Dexterity. Доменяю, конечно же, потому что так рейтинг у нас повышается. Понижается, кстати, на десятку. Но Cold Resistor 21 это лучше, чем Fire Resistor 10 и 2 к Dexterity. И 4 жизни с столем процента за этот. Беру алтарь, и сейчас надо быстро всех уничтожать здесь просто и решительно. В телепорт зайти. Сейчас главное, стрелы заканчиваются. Уничтожить всех спектров, потому что уровень можно напить на халяву. Главное, чтобы на героя не нарваться. Пробивают меня, выпиваю бутылку. Влетел я сильно. Выпил бутылку вот эту, выпил вот эту. Всех тут уничтожить, гулей, лордов. В огонь не идти. В огонь нельзя идти, потому что резистов нету теперь. Да? Но наш кровавый голем хорошо сражается. Бутылки заканчиваются. Алтарь не работает сейчас в нашу сторону. Ого, заморозил нас. Ну давай хоть ману подберем. Выпиваю ману, хорошо. Поднимаю быстро троих скелетов. Этого надо застрелить незамедлительно. Промахиваюсь. А у меня стрел уже нету. А вот оно что. Ну давай, придется в город возвращаться. Быстро нам фара пока работает. Трачу время. Быстро, быстро и решительно. Давай, давай, давай сюда. Все починить. Палку себе получи. Стрелы, да, за 78 монет. И вернуться. Вернуться, пока работает у нас алтарь опыта. Сюда влететь просто. Это выпили и побежали. Куда-то, по-моему, не туда мы бежим. Я опять ворвался. Надо shift прожимать, чтобы сзади стрельба по нам. Прекратить эту инсинуацию ихнюю. Вы лорд? Слушайте, да, сложно. Тут не надо рваться вперед, но пока работает алтарь, мне хочется побольше опыта получить. Кстати, не хватает атакующего рейтинга. Вроде бы тут ничего нету. Мы куда-то не туда идем, ребята. Но пока работает алтарь, надо поливать на фаерболы и просто убивать всех, чтобы получить больше опыта. Не туда пошел я. Короче, мы сейчас возвращаемся. Плохо дело. Плохо, почему? Потому что мы до конца не исследовали. О, придется вернуться. Алтарь, короче, я слил. И раз я слил алтарь, я уже не успею, наверное, лишний опыт получить. Это можно? Можно. Я поменял алтарь. Ну все, можно спокойно возвращаться в город и закупить бутылок пару, потому что потратил я. Музыка мистическая, Декарт Каин. Вам не кажется? Декарт Каин говорит... Stand a while and listen. Ничего себе, тут лук выпал. 3 по 8. На, получи. Бутылки закупи. У нас есть бутылки. Кольцо. Fire Resistor придется продать. Бутылки пусть будут. Так. Надо вернуться и найти саммонера. Его уничтожить, чтобы он не смел тут призывать. Только мы сегодня имеем право призывать. Работает настоящий некромант. В этот телепорт, это в нижний, по-моему, надо было в другой идти. А не, мы просто на север не пошли, на северную часть. Здесь бутылки всюду лежали, можно было их не покупать. Вот в этот телепорт и вот в этот. Да, и теперь наверх, вот. Здесь может быть саммонер. Ответвление на 4, ну, здесь часы лежат. Выпадает, конечно, нам топаз, хорошо.
Я сильно рад, я влетаю. Опасно, я хочу вернуться. Я возвращаюсь. Не иди в телепорт, Алистер Кроули. Подойди сюда и стреляй на дальней дистанции. Посмел Гульлорд совершить выстрел фаерболом по нашему голему, по Хорну. Но нет, Хорн не зря имеет такое имя. Он тут всех просто накажет. Вроде бы тут ничего не будет, мне так кажется. Но хотя, не знаю, тут должен быть рандом. Рандом полный. Этого уничтожили в телепорт. Еще один чест. 43 золота, следующий телепорт. Тут пошла жара, стреляю, еще курсу, еще, и просто стреляю. Еще одну курсу. Много противников наших уничтожают. Так, еще курсу обновить. Но наши стоят каким-то чудом. Тут только Петю надо скелета поднять. Вот так, скелетар выпадает. Наверное, тут квест бы уже написался, будет тут тот, кого мы ищем. Мы всех уничтожаем, хотя может быть и нет. Гульлорд готов. Хорошо. И здесь еще спектры отступить, перегруппироваться и уничтожить спектра. Так, мы там еще чазм подняли, надо его опознать быстро. Чазм маленький. О, добавляет дамаг, неплохо. Заканчивается у нас опознание. Это выкинуть, это тоже выкинуть, это глупости. Вперед пройти. Ух, ничего себе, я зашел. Могут убить. Курсу бросаю, уничтожаю всех. Давай в телепорт, пожалуйста. Вот так вот. Неплохо зашли. Где они там? Не знаю, но надо скелетов поднимать тогда в таком случае. Было опасно достаточно. Так, это сюда. Джевел 4 к силе. Ну, надо врываться туда. Еще не поделаешь. Ребята. Придется втанковать одного и стрелять. Резисты не работает, отступить от огня и застрелить всех из лука. Да, проходим дальше. Что-то мы куда-то в этом убежище арканных знаний заблудились уже. Здесь спектры нападают, их можно расстрелять. Банив этот Хорн, давай атакуй. Занял место Банифация и должен получить кровавую жертву. Здесь уничтожить Хелклан. У меня такое ощущение, что мы... Да, видите, по карте показано, что еще одна дорога вела наверх. Надо вернуться, ребята. Вот сюда. Портал вел или нет? Совсем я заплутал. Нам вот туда куда-то надо. Давай в этот портал. А, и вот сюда идем, да. Строго на север. Так, здесь заваруха серьезная. Начинаются здесь, стреляют по нам. Это... Наверное, ихние турели. Пробивают скелетов. Поднимаю, пока могу. Поднимаю голема, поднимаю скелета мага. Вхожу и стреляю. Да, здесь вот так. Скелетов за один выстрел всех уничтожили. Меня пробили. Отступаю, скелетов поднимаю. Пью ману. Хорошо, всех завалили, но здесь ничего нету. Мы не туда пошли. Ну, чисты давай тогда ограбим. Выпадает много всяких полезных вещей. Light Belt выпадает, куча золота. Попытаюсь все-таки, Longbow выпадает. Давай золото пособираем. Клеймора выпадает, меч, кладенец. Здесь еще золотишко, давай все пособираем. Light Belt должен влезть, и Longbow не влазит. Сейчас мы это организуем, не-не-не. Перчи, а, не могу опознавать. Ну вот это выкини. Longbow можем организовать? Можем вот таким вот образом. Каким образом ты попал в город? Волшебным образом. Так. Хорошо, F5 вот так. И в город, Лутгален. Сейчас Декарт Каин это все опознает еще на халяву. Декарт Каин, новые предметы завезли. Фара, давай сюда. Что? Ну 4 по 10, здесь у нас 3 по 19. Ну как бы это не, даже не смешно. Перчатки к силе и... Хитрокавери быстрее такое. Ой, это пас еще есть. Господи, все почини, Фара, пожалуйста. Стрелы сразу мне замени, потому что я забуду потом об этом, да. И стоит 78, у нас денег уже куча. Это пас сложить. Сундук забит. Силы надо, чтобы вот эту использовать. Надо оно нам или нет ради 50. Ну, разве что-то крутейшее вставить тогда туда. Вот такой вот камешек, например. Плюс 6 к декстерити.
Ну я Дексу не хочу вставлять сюда. Сюда надо вставлять красный огромный. Я бы вставил к жизни, к мане. Наверное. Чтобы такое получить, нам надо еще три зеленых сколотить в такой и их переделать в такой. Джевелы можно попробовать объединить. Давайте попробуем это дело. Не, не работает. Не работает это. Может, надо одинаковые джевелы? Но можно задуматься уже о предмете, на самом деле. Но здесь такие руны крутые. Руны — это самые крутые вещи. Здесь это наша Ванда, самая первая. Не хочу ее менять. Она должна с нами пройти до конца. Вот. Разве что мы получим какую-то очень крутую вещь. Здесь дамаг сниженный. Но с этого и вещи попробуй собери. Катана и Клигула. Ладно, Александр, давай сюда шмотки, эти свитки идентификации. У тебя нема. Нету у тебя. Почему? Потому что не тот торговец. А свитков идентификации вы какой толстенький. Кто это такой? Непонятно. Ну, такие они все здесь. Надо нам свитков идентификации всегда при себе иметь несколько штук. И надо обновлять иногда порталы. Чтобы хотя бы штук 5 было всегда. Потому что может же быть ситуация, когда мы где-то встрянем, а порталов не будет. И тогда это, считайте, ГГ. Вот. В портал, можно в портал не идти. Можно пойти сразу на чекпоинт и вернуться, да, вернуться в Arcane Sanctuary, убежище тайных знаний. Пойдем на юг, наверное, в этот раз. Так, Hellclan, ловушка, все это понятно. Это не герой, не обычный гуль-лорд. Всех уничтожить здесь. Этого сюда. Атаковать гуля-лорда. Готов сейчас будет. Пробил нас, посмел. Выпей бутылку. Здесь, ого, пробивают. Надо вот эту штуку уничтожать. Гуль-лорд отправляет фаербол, получает. Я штуку не уничтожил. Хорн, ты должен незамедлительно уничтожить. Она иммунитет к поизону имеет. Еще и пробила нас. Поднимаю скелетов, куда идти? Ну, наверное, в любую из позиций. И там будут телепорты. Ого, тут тусовка. Более чем все серьезно, ребята. Надо несколько раз бросить курсу. Скелеты все мертвы. Мы стреляем, а Кхорн сдерживает. Я поднимаю нового Кхорна, поднимаю еще пару скелетов, выпиваю ману, поднимаю еще пару скелетов, чтобы было мясо, пытаюсь стрелять, бросаю так, еще раз Кхорна поднимаю, скелеты пошли опять вперед. Очень большая толпа там, надо стрелять. Кхорн еле держится. Еще раз поднять Кхорна, еще раз выпить ману огромную, отступить, перегруппироваться. Скелетов магов уже мало. Тут можно кого-то поднять, обычного скелета. Давай уничтожай их. Поднять Кхорна опять. Так, скелетов магов убивают. Одного поднимаю, стреляю. Главное не влететь туда. Руна какая-то крутейшая. Я влетел, отступаю. Бутылка так, бутылка так. Кхорна опять поднять. Надо перегруппироваться. Почему? Потому что надо бутылки заменить. Кхорн жив. Все остальные живы. Толпа трупов лежит. Ух, посмотрите, сколько противников. Надо перегруппироваться в город. Нельзя этого делать. Почему? Потому что надо скелетов поподнимать. Вот где-то вот здесь. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Выпить бутылку. А в город надо, чтобы бутылок закупить. Я не хочу погибнуть. Тише едешь, дальше будешь, говорит Декарт Каин. И поэтому, Александр, давай мне новую партию бутылок. Сильная, сильная тусовка. Приготовили силы зла. Так, эту бутылку сюда, эту сюда. Закупи мне вот так, вот так. И их поменяй тоже. Надо в рюкзаке, вот уже надо брать бутылки. Уже трудно. Достаточно становится. Эту сюда, сюда, окей, хорошо. Возвращаемся в эту пекельну. В пекельню, в эту, в арканы знаний. Пекельная кухня, у нас шоу такое есть. Кулинарное. Ну, стреляю туда, курсу кидаю. Больше ничего сделать не могу. Мы прорываем их ряды пока что. Здесь символы какие-то нарисованы. Возможно, мы идем в правильном направлении. Но это не точно. Всех гулей лордов уничтожить. Lightning Spire уничтожить.
символы, кружочек, квадратик, треугольничек и там крестик должен быть. Эзруну давай сюда, очень крутая. Так, золото давай сюда, кольцо давай сюда, свиток идентификации. Эзруна что дает? Минус 25 таржет дефенс. У нас такая в луке встроена. Очень крутая руна. Кольцо давай посмотрим. Трик лайт радиус, лайтинг резисты 20-ник и 30 катак рейтинг. Господи, господи, хочется. Аж колется. 2 к энергии, 1 к максимальному дамагу. Ради резистов разве что. Надо его оставить, ребята. Это кольцо. По бутылкам все окей. Продвигаться. Вперед, 77 золотых забрать. Так, готовится очередное нападение. Судя по количеству противников, мы идем правильно. Мы идем правильно. Еще курсу бросаю. Все скелеты живы, не надо опять поднимать. Надо их перекинуть все-таки в голема, чтобы голем был поплотнее. Или в скелетов магов эти навыки... Но хотя они... Господи, я уже говорил об этом. Тут щит выпадает, ключи, фульминейтинг поушен, такое все. Они создают массовку, вот эти скелеты. Lighting Shrine иммун с поизоном. Наплевать нам абсолютно, мы его застрелим. А у нас лук с поизоном. Тоже непонятно это. Игра сама раскрывается именно на высоких уровнях сложности. Там где на Хелле и на Найтмаре. Почему? Потому что там предметы уже такие падают, что просто это и моды никакие не нужны на самом деле. Есть там мод какой-то на вторую Диаблу? Нет. Ребята, мне моды не нравятся. Я люблю в оригинальный баланс играть практически во все игры. Вот. После того, как сыгран оригинальный баланс, тогда уже можно, конечно, и пытаться что-то себе улучшить. Но любой мод — это дисбаланс, потому что мод делается людьми, которые хотят что-то... Это. Здесь опять символы, и что-то у меня такое чувство, что мы действительно идем в правильном направлении. Так. Ну, введу огонь туда из лука, что еще можно сказать. Battle Axe выпадает, здесь ловушки, их можно пробежать. Очередные спектры, тащит ману у нас, мы почему-то ворвались. Cold Resist, напомни. Cold Resist нормально, можно играть. Выпиваю банку, стреляю. Так, все здесь уничтожены должны быть, что-то неплохое выпало. Lightning Spire, сюда можно бросить курсу, наши врываются, Lightning Spire уничтожить. Вот так. Гуль Лорд готов, и что-то тут ключ падал с характерным звуком, но это не то, что нужно. Здесь тоже ключ выпал. Можно продвигаться, я думаю. Здесь опять-таки ничего нету. Всего лишь пару сундуков чистов, но надо их открыть. Вох выпадает. Это для валькирий, да? Золотишко, чистые. Перегружен, сейчас мы возьмем, ничего страшного, золото все поподбираем. Может, куплю амулет. Шлем хавка для друидов, очевидно, лонгбоу очередной. Плохой щит, шлем хавка для друидов можно будет впарить, это можно продать. Щит, забудь об этом, а лонгбоу не влезет нам. Эти банки можно выкинуть, это сюда, это выпить. Кольцо сюда и лук мы тянем. Лук давай. Стрелы, кстати, выпали. Давай заменим. Так. Лонгбоу посмотрим. 7 poison дамага. Ну, такое себе. А волк тоже здоровая вещь. Смотрим, что подороже. 35 катак рейтингу и нокбэк. Здесь 2 аффикса должно быть дороже. Друида голову Декаткайна познает. Вечерело тем временем. Каркан, вечерний чай, как там, готов? Хочется чайку, ребята, заварить себе тоже. Нокбэк. 2 к жизни, 2 к лайт радиусу. Надо этот квест доделать и уже серию заканчивать. Эзруну надо оставить. Так, приват стэш. Это сюда. Чик. Хорошо. По бутылкам все окей, вроде бы. Надо возвращаться уже. Возвращаться можно в центр. Теперь нам надо выбирать запад-восток. Ну давай сюда куда-то пойдем. Ого, тут будут подъемы по лестницам. Тут более прямолинейно все будет. Можно пробегать. Вот тут Найт Клан приготовился нападать.
Все попытки нападения будут сегодня пресечены, проклятые демоны. Что вы думаете, работает профессионал своего дела Алистер Кроули? Великий воитель, который чуть не забыл поднять двух скелетов только что. Но я тут же это заметил и поднял. Всех застрелить из лука, разуплотнить огнем, холодом и электричеством. Еще стрелы выпадают. Скелетов магов на мне убивают. Посмел кто-то ударить. Всех поднимаю, ребята. Тут расхождение. Наверное, надо куда-то сюда бежать. Или нет, непонятно. По-моему, мы заблудились. Да, подземелье сгенерилось Arcane Sanctuary по-другому абсолютно, чем в прошлый раз. И нам надо будет теперь блуждать. Фаербол летит. Отступить. Перегруппироваться. Так, веду огонь из лука. Всех стреляю. Скелет Вася погиб. В очередной раз тут огонь. Они кастовали. Сверху Night Clan. Я могу стрелять на них наверх. Неплохо. Вот один пытается спуститься. Надо скелетов поподнимать. Поднял троих. Хорошо. Можно их отманить немного. Эй, вы, я здесь. Тащите сюда свои копыта и рога. Боже, как же это было? Рога и копыта. Это Терест был, да? В небезызвестном романе великом. Рога и копыта. Получите-ка. Хелклан демон. Готов. Такие они красненькие. Фулхелм выпадают. Был у молодого человека при себя. Еще скелета одного давай. Так, хорошо. Пробегаем дальше. Ух, тут Гуль-лорд уже собирается нападать. Не допустить этого, всех уничтожить. Уже турели магические работают. Так, этого стреляю, Гуль-лорд. Я уже подустаю. Я говорил, что я больше часа не могу заседать. Я теряю концентрацию, ребята, и могу слиться. Будет обидно, конечно, но... Там некоторые люди стримят по 5, по 6 часов. Это, конечно, да, это надо уметь. Во, я уже старый просто для этого всего. Я в детстве мог на полночи засесть. Во, какие-то RPG-ки такие старые. Очень круто. Но я больше люблю пошаговые игры, чтобы посидеть, подумать, не спешить никуда. Тут всех вот так, этого поднял. Скелеты еще надо поднять, выпить банку. Она должна быть в инвентаре. Готова. Так, ну и здесь двойное нападение, надо его пресечь. Где-то магия атакует, пробили огнем, у нас нет резистов, я помню об этом, надо отступать. Сильно в огонь нельзя влетать. Сейчас. Рингмейл, это все такое, надо пробегать уже. Я уже начинаю спешить. Это недопустимо. Прошлые мертвые герои кричат из могилы: не спеши, не спеши, не жадничай, нельзя быть жадным в этой игре. Потому что это хардкор. Но хардкор, да, он хорош на самом деле. Он просто абсолютно другие эмоции от игры. Потому что ты знаешь, что придется все перепроходить. Будет, конечно, интересно, но на софткоре так ее пробежать. Вот это они молодцы, конечно, сделали. Вот этот хардкор, это же вот эти данжен краулеры, это в них перманентная смерть во всех. Вот и Близзарды взяли вот эту функцию в Диаблу себе. Очень запутанные подземелья, точнее вот это Санкчери отгрохал Саммонер. И трудно ориентироваться здесь. Мы куда-то, по-моему, я выхожу не туда, куда надо сейчас. Потому что возвращаюсь, да. Надо продвигаться, надо в другой бок идти. Но это навскидку, это не точно опять-таки. Поднять еще скелета, и мы проходим, игнорируя противника. В самый крайний угол надо идти. Так, квест-лох, и он здесь где-то, сволочь, еще какую-то ауру наслал, посмел. Всех уничтожить приспешников. Самонера, поднять двух скелетов. Вася и Петя, организовать разведку. Где он там? Стреляет магией, смотрите, какую-то гадость кастует на нас. Надо сначала отстрелить контингент, убивает скелетов. Квест-лох, понятно, что в квесте, надо его уничтожить. Вон он там, Самонер, он готов. Чуть не убил. Готов? Готов. Он был настоящий дурак, подойдя слишком близко к этой настоящей власти,
Что-то такое сказал, я не успел понять полностью. Так, максимальный дамаг. И Харазона журнал. Искатели Томбы Талраша найдут там портал. Это понятно, мы это все читали. Портал в каньон магов, квест лох. Вернуться в город за большим количеством информации. И сегодня у нас значок вот такой. Слушайте, хочется... Хочется, да, поэтому... Как это лучше организовать? Давайте в следующей серии все-таки, ребята. Подустал я. Где-то навскидку час. Где-то навскидку час. А тут еще пройдемся по этой гробнице. Правда, без скелетов будем. Но поднимем голема аккуратненько. Не спеша никуда. И музон тут крутой. Да, в следующей серии будем. Хорошо. До свидания.